Всем привет, друзья, с вами Алариэль, и мы продолжаем с вами прохождение Старкрафта 2. Итак, отправляемся на мостик, и что-то Хорнер нам сказать хочет. Сэр, когда Тайкус поднимался на борт, я попросил техников просканировать его. Мэтт, тебе нужно срочно завести себе хобби. Сэр, я серьезно. В скафандр Тайкуса вмонтировано устройство, которое по сигналу может отключить все его жизненно важные органы. Этот скафандр — смертельная ловушка. Он постоянно на волосок от смерти. Кто же подписал ему приговор? Мёбиусы? Тайкус, Тайкус. Во что же ты ввязался? Окей. Так, берем, значится. Что у нас есть? О, Кархал. Ну, я хочу в гавань, она у нас. Мои люди основали на гавани колонию. Давно уже ждет. Все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе. А может, на них напали протосы. Джим, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Окей, отправимся. Разузнаем все это дело. Но сигналов от... Сэр, на орбите флот протосов. Они блокируют сообщение с колонией. И, похоже, приводят орудие в боевую готовность. Джим, остановите их. Мэтт, соедини нас с протосами. Посмотрим, как они настроены. Энтаро Тосадар, Джеймс Рейнер. Я вершитель Силендис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах перед Айуром. Энтаро Тосадар, Силендис. Послушайте, при всем уважении я должен попросить вас отозвать флот. Люди на гавани не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены. Но вы же не дадите протосам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов — это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейнер. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. Если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Выбор за тобой, Джеймс Рейнер. Мы ждем твоего ответа. Ох ты, блин, и сейчас опять выбор придется делать. Вот это да. Принять в конфликте. Так, значит, что у нас есть? Принять в конфликте с протосами сторону тиранских беженцев. Это разозлит протосов, но даст колонии шанс начать новую жизнь. Доктор Хэнсон продолжит поиски вакцинации от заражения, что приведет к научному прорыву в изучении зергов, вне зависимости от результата. Объединиться со старыми союзниками. Протосами против тиранских беженцев. Доктор Хэнсон сочтет это предательством, зато колония будет очищена от очагов заражения. Протосы согласились поделиться своими знаниями в обмен на вашу помощь. Ну давайте, придется защитить нам колонию, увы. Я не собираюсь смотреть, как вы выжигаете целую колонию, Силендис. Пока есть надежда, мы будем сражаться. Тогда я почту за честь сразиться с тобой. У тебя прекрасная репутация командира. Надеюсь, ты оправдаешь ее. Спасибо, Джим. Спасибо огромное. Что бы ни происходило на гавани, мои люди не заслужили смерти. Мы справимся с вирусом. Я найду лекарство. Джим, протосы приближаются к колонии. У нас нет никакой защиты от их оружия. Придется взорвать этот воздаятель, пока протосы не сожгли всю планету. Ариэль, соберите всех на главной базе. Если воздаятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения, одно за другим. Ты совсем не изменился, ковбой. Бросаешься, очертя голову, в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи викингов. Они летать могут и по земле шагать. Гениальное изобретение. Джим,
Воздаятель черпает энергию из протосских нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы. Как вы его остановите? Легко. Сначала уничтожим нексусы, а потом и воздаятель. Не волнуйтесь, Ариэль, мы их остановим. Ух ты, блин. Жестко я вписался. Итак, задание «Тихая гавань». Пристроив к космопорту реактор, вы сможете строить два викинга одновременно. Отлично. Очень полезно. Итак, понеслась сразу, ребятишки. Поехали, давайте, заказываю жменю новых. Я вычислил местоположение. Давай ты сюда. Еще один мне подними. Потом вернешься. Прежде чем начинать обстрел корабля. Так, ребята. Что у нас вообще здесь? Ага. Понятно. Часть колонистов не успела добраться до нашей базы. Протосы нападут на них. Нужно подготовиться и дать отпор. Ох, ребят, что ж вы стоите, а? Давайте. Так, мне нужно, что мне нужно? Я даже раму собрать не могу толком, что мне нужно. Так, лаборатория, да, поднимаем. Поднимаем лабораторию. Так, все, газ, я думаю, будет. С газом проблем не должно вообще быть, в принципе. Так, КСМ-ки там строятся. Так, что у нас здесь? Ага, ясно. Давайте так, проверим, пройдемся. Небольшая вылазка. Так точно, сэр. Сэр, я вижу воздаятель. Он направляется к базе колонистов. Так. Режим готов. Какой? Ого. Да я ж с ней вряд ли что-то сделаю. Или сделаю. Хрен его знает. Давайте попробуем. Выполняю. Что за спешка? Да не. Там что-то вообще беда. Почему бы и не? Там вообще беда. Заказываю этих. Плюс мне нужны танки. Лаборатория. Лаборатория пошла. Давай одного огнеметчика. Плюс. Плюс сюда. Давай там подчини нас. Ой-ой-ой, 33 с 35, блин. Вообще не ок, раз. Два. Недостаточно минералов. Добывай. Бык, ты чё, отсекай. Требуются дополнительные хранилища. Так, еще и на нас, короче, нападают, да? Есть работенка. Но это не ок. Есть. Все, два кинул. Окей, стройте. Потом сюда, ты сюда. И ты, браток, тоже сюда. Кстати, надо их запаковать. Процесс кипит. Заряжаем один танк. Можно один танк, хищника. Голиафчика, почему бы нет. Ожидаю приказов. Хорош. Будет сделано. Так, давай еще троих. А, хотя уже, ладно. Гулять так гулять. Сэр, я засек энергетический скачок. Воздаятель готовится к выстрелу. Беда, беда. Танк на марше! Танк есть. Далее делаю Голиафа и кота. КСМ готов. Давай КСМчик сюда. Ожидаю. Кинь бункер. Здесь мне пару. Достаточно минералов. Ух, это дорогущий.
Так, давай, давай, давай. И еще. Командир, отряд протосов направляется к кораблям колонистов. Если мы его не перехватим, колонисты погибнут. Блин, ну вообще жесть. Вперед. Вперед туда. Выкладывай. Здесь. Значит, ставлю противовоздушку. Кому навешать? Прочь с дороги! Ой-ой-ой-ой-ой. Минус один. И минус второй есть. Спасибо, рейдеры. Мы полетели. Отлично. А эта штуковина двигается в мою сторону. Поселение, находящееся на пути воздаятеля. Во время эвакуации колонисты бросили свои запасы ресурсов. Мы можем использовать их. Так. Давай так. Приказы будут. Пам-парам-пам-пам. Что ж мне еще надо? Надо этот. Ух ты, ё-моё. Отлично. Кота, я думаю, там сейчас подхилят. Норм. И еще один бункер здесь. Замечательно. Так. Ну, поехали. Попробуем разобраться. Танкист. Ожидаю приказов. Твой выход, родной. Бегом, марш! Давай, удиви меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, отлично, Голиафчик со мной, родной. Здесь. Блин, твою ж за ногу. Есть. Для тебя тоже. Потом сюда. Ты потом сюда. Сносим, сносим, сносим. Ай, коту борода. Протосы добрались до следующего поселения, сэр. А, не. Все отлично. Чини кота. Давай, давай, давай. Танк. Нексус уничтожен. Идем к следующему. Let's go. Нужно остановить этот корабль. Понятно. Превосходно! Кому навешать? Так, а чё у меня там ничего не строится? Так, ребят. Давайте. Кого подлатать? На добычу. Я уже заждался. А мне куда? Как туда вообще пройти? Ага, ясно. Так. Все понятно. Ложись на меня. Давай, удиви. А ну-ка. Летные парни. Что на новенького? Ой-ой-ой, куда? Ожидаю приказу. Танк на марше. Делаю, командир. Я тут. Командир, сложись. Так, отойти, отойти. Танк сюда. Все, понеслась. Ой-ой-ой. Серьезная хреновина подъехала. Датчики энергии зашкаливают. Протосы готовятся к уничтожению второй базы колонистов. Сейчас мы постараемся спасти. Отлично, еще один Нексус уничтожен. А сколько их всего? Не давайте им собрать силы. А, блин, там еще один внизу. Черт.
Окей, двигаем на последний. Чё-то я завтыкал насчет него. Танкист со мной. Я готов. Выдвигаемся. Я уже заждался. Внимание, обнаружена эскадрилья протосов. Опа. Она направляется к поселению колонистов. Скорее сюда. Давай, давай, давай. Свободны. Спасибо. Колонисты успели уйти из поселения. Ох ты, ё-моё. Какая-то неведомая штука была. Сейчас мы, короче, здесь забазируемся. Где мой танк? Танк сюда. Разложиться. Так. Свободь. Ох ты, ё-моё. Так, ладно. Поможем. Танкист. Разложиться. Двигай, двигай сюда. И тоже раскладывайся. Уничтожаем, уничтожаем, есть. Все, затащили. Жаль, конечно, что потеряли все-таки пару. А, теперь еще и воздаятель. Ух ты, блин. Погнали на него. Передавайте координаты. Оу. И все так просто, как я думал. Воздаятель переместил наш отряд в подпространство. Но это ненадолго. Скоро наши бойцы вернутся. Что тебе нужно? О, они повсюду. Так, снимаем, снимаем, снимаем. Вот это мне нравится. Они почти добрались до следующего поселения. Так, уничтожить. Чё стоит это? Артисты. Не, ну снимем его, снимем. Есть. Замечательно. Протосы отступают. Вы победили. Ты и правда талантливый командир, Джеймс Рейнер. Надеюсь, что твоя вера в колонистов окажется не напрасной. Отлично, сразу два достижения. Выполните все задания и спасите 3 поселения колонистов. Окей. Затащили мы с вами. Так, что нас ждет? 36-й воздушный шлюз Гипериона. Бортовое время 14:22. Прощаться, док. Вам предстоит большая работа. Как-нибудь справимся. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Протосы наверняка вне себя. Ничего, мы с ними старые знакомые. Я выручал их несколько раз. Надеюсь, они сделают на это скидку. Знаете, а ведь вы могли бы остаться. Освоиться, начать все сначала. У таких, как я, второго шанса не бывает. Я должен закончить то, что начал. Вы хороший человек, Джим. Не настолько. Ох, капля романтики.
Итак, кают-компания. Гипериона 4 часа спустя. Так, что в наемничках? Чё-то новенькое, походу, есть. Ща глянем. Кто это? Ангелы Аида? Понятно. Окей, что Тайку скажет? Конечно, что малютка Хэнсон нас покинула. Она почти поддалась моему бунтарскому обаянию. А ты-то что, не думал свить с ней гнездышко? Мы это проходили, Тайкус. Я уже пытался начать нормальную жизнь. И не хочу пробовать снова. А, такие сорвиголовы, как мы с тобой, просто не созданы для тихой жизни. Судьба приготовила нам кое-что покруче. Так, у нас тут флаг колонистов появился. Флаг колонии на Агрии и ныне суверенной планеты Гавань. Передан Джеймсу Рейнеру и рейдерам Рейнера в благодарность за всемирную помощь в освоении колонии. Отлично. Что в новостях, как всегда, чушь какую-то про нас скажут, небось. Мы снова в эфире. Сегодня у нас есть хорошие и плохие новости. Поток беженцев пошел на спад. Переселенцы нашли пригодные для обитания планеты. А о плохих новостях нам расскажет Кейт Локвелл. Кейт? Что? Мы в эфире? Здравствуйте. Да, Донни. Действительно, многие беженцы основали новые колонии и провозгласили свою независимость от Доминиона. Объявляя себя бунтовщиками. Это вполне естественно, Донни. Это простые люди. Кризис вселил в них страх и злость на Доминион, не пришедший им на помощь в трудную минуту. Многие из них хотели бы поблагодарить Джима Рейна. Неблагодарные бунтовщики осваивают пограничные миры. С вами был Донни Вермиллион на канале UNN. Он бы хоть предупреждал, когда эфир начинается. Странные эти беженцы, правда? Ну, бросили их на съедение зергом. Чего беситься-то? Так, понятно. Чё на мостике у нас? На мостике, как обычно. Ух ты, а что это за штука? Выберите задание. День независимости. Выполнено задание 15 из 25. Ух ты, блин. Я хоть узнал. Окей, чё, в лаборатории, быть может, чё, новенькое? Да, чё-то по зергам есть. У образца сформировалась нервная система. Он весьма необычно реагирует на внешние воздействия. Чувствуя мое присутствие, прекращает двигаться. Притворяется мертвым, наверное. Ранее я заметил, что у зергов существует уникальная группа альфа-аминокислот, R. Анализ показал, что они способны синтезировать новые клетки из мертвой материи и протеинов. Зергам чужда деградация клеток, они не могут умереть от старости. Одна мысль о возможных опытах в этой области вселяет меня ужас. Но интересно, что будет, если сплавить ткань зергов с некоторыми металлами? Не разрушает неразрушимые здания? Также в процессе обновления выделяется энергия. Здесь есть над чем подумать. Окей. Так, а что насчет кристалла? Что-то и в кристалле. Я собрал небольшой отряд союзников и прибыл на Закул, чтобы встретиться с тремя таинственными хранителями архивов. А во тьме что-то следило за нами и выжидало. Так. Нежданчик именно такое задание подвалило. Что ж, я думаю, на этом моменте, друзья, мы с вами остановимся и продолжим следующую серию как раз с этого задания. Всем спасибо за просмотр и встретимся с вами буквально совсем скоро. Всем пока!